Привет, народ, с вами Михаил. Я бы хотел вам рассказать, с чего начать обучение на губной гармошке. Первое. Вам надо научиться попадать в отдельные отверстия на губной гармошке, в дырки. То есть это должна быть цельная мелодия, сыгранная без мазания в соседней дырке. То есть чистая отдельная нота. Когда вы это научились делать способом блокировка губами, есть еще способ блокировка языком. Ублокировка – это ложный способ. Даже не надо ни читать, ни смотреть, ни пробовать, ни экспериментировать. Есть блокировка губами, есть блокировка языком. Дальше. Когда вы научились попадать в дырки, причем возьмите мелодию, где дырки находятся не рядом, а надо прыгать. Что-нибудь такое, чтобы вы могли спрыгать с дырки на дырку. Когда у вас это получается хорошо, это в принципе не так много времени занимает, вы переходите на бенды. Но перед этим обратите ваше внимание, я писал несколько уроков про сочность звука, обратите внимание на то, как вы извлекаете одиночную ноту, чтобы вы попадали, чтобы вы обхватывали губами максимальную площадь дырки, то есть вот это с гребешками вместе, дырка у нас имеет не вот этот размер, а еще и гребешки по бокам, то есть можно ее обхватывать вот так полностью. Это нужно для чего? Для более жирного звука. Где брать полезную информацию по губной гармошке? Берете на modernbluesharmonica.com, harperclub.com, harmonica.ru. Я вам нас очень советую, если вы хотите реально научиться играть, а не просто бдеть, то даже не задавайте вопросов, интересующих вас по губной гармошке. Все ответы есть. Абсолютно все ответы есть на этих трех форумах. Но вы должны сами их найти. Вы должны сами изучить тонны материала. Я когда начинал обучение, я только читал месяца три, наверное, просто читал беспрерывно, все время читал, поднимал темы, читал ответы, читал вопросы. Чтобы вы понимали суть вопроса, то, что вам ответят 1-2 поста и вроде вас куда-то могут еще теоретически направить вперед, хотя, скорее всего, съехидничают и отобьют вам желание учиться, лучше вы поищите сами. Учитесь, учитесь, учиться. Дальше. Научились попадать в одну дырку. Переходим к бендам. Бенды в порядке 6, 1, 4, 1, 2, 3. Бенды надо тренировать на упражнениях промежуточные бенды. Вы берете себе три упражнения. Это, допустим, на бенды понижение с открытого звука до бенда, до самого глубокого звука. А потом первое упражнение это понижаете максимум до максимально глубокого звука. Там не нота, там звук будет, потому что нота будет чуть выше. Там бенд все время занижается немножко, он может занижаться до четверти тона ниже, чем должна быть нота. Вы делаете бенд, понижаете до самого глубокого звука и отпускаете. Второе упражнение. Отпускаете до бенда, а потом начинаете с бенда отпускать до нот. То есть бенда поднимать до открытого звука. А второе там промежуточное. Научились брать бенды, учитесь их брать четко. Параллельно занимайтесь дыханием. Вам надо научиться правильно дышать. Мастер-класс Александра Братецкого по дыханию русскоязычный есть на YouTube. Можете найти при желании. Дальше. Будем учить трель как эффект.
параллельно начинали учить трель. Дальше вы можете использовать эффекты простые руками, то есть научиться правильно пользоваться руками. Дальше. Научились делать простые эффекты. Научились двигать руками. Попробуйте заняться чагингом в легкой форме. Самые простые слога. Нака-така, нака-тука. То есть поиграть простые паровозы. Простые паровозы вам помогут более или менее правильно извлекать аккорды, если вы слышите, как вы извлекаете, старайтесь извлекать максимально глубокий звук из аккордов. То есть вы почувствуете разницу между и. То есть разницу чувствуете, да? Плюс вы научитесь чувствовать гармошку, как меняется звук с тем или иным слогом, что можно делать с этим звуком на одной и той же ноте. Это очень большая практика к тому, чтобы играть музыку. Плюс чагинг вам понадобится в будущем так или иначе, как своего рода артикуляция и способ окрасить звук. Дальше. Когда вы с этим закончили, вроде как вы умеете бенды, можете перейти на следующий уровень, попробовать оверблоу. Но перед этим вам надо научиться бенды на высоких. То есть 8, 9, 10. Потом оверблоу идут. Вот. Когда у вас оверблоу получается, ну, до этого надо дорасти, тогда у вас все получится. Я вам очень настоятельно советую учиться снимать записи самостоятельно. Никогда не смотрите чужие табы, никогда не ищите табы. Берете ноты, переводите их в гармошечные дырки, табы. Берете мелодию, пытаетесь на нее подобрать сами аккомпанемент. Если вы этого не будете делать, вы не вырастете в музыканта, который может с кем-то играть. Вы вырастите в домашнего задрота, который может сидеть дома и делать вид, что умеет играть, и срать на форумы, как обычно это делают люди. Учитесь снимать самостоятельно. Когда вы научитесь снимать самостоятельно записи, начиная от простых к сложным, вы сможете в процессе игры с другими музыкантами практически сходу снимать многие фразы их. Играть вместе с ними, то есть то, что они играют, вы можете это обдумать, посмотреть и сразу с им подыграть. Плюс ваше обучение пойдет резко в гору, вы сможете учить то, что хотите, и не искать неправильные табы, неправильные записи, непонятные карикатуры, которые кто-то пишет. Вы сможете сами выбирать себе путь. Слушайте обязательно гармошечную музыку, то есть с тех исполнителей слушайте тех гармошечников, но выбирайте их из профессионалов ту музыку, которую вы бы хотели играть. Это очень вам поможет в будущем, будь то джаз, будь то какой-нибудь фанк, будь то ирландщина, блюз и так далее, блюз. Чикагский, там, как Том Балл играет, мне нравится. Это отдельная темка. Ну, в общем, слушайте музыку гармошечную. Что вам могу посоветовать? Если вы уж совсем серьезно занялись, попробуйте заняться освоением фортепиано или гитары, как хроматичного инструмента. Так вам легче будет, особенно на гитару, если вы хотя бы элементарно освоите аккорды, и будете знать расположение нот на грифе, то вы сможете легче играть с другими музыкантами. Вот такие вот советы. То есть начинаете с нуля и двигайтесь в гору. Надеюсь, вам поможет. Спасибо.